Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 7 по 14 марта. И прежде чем начать, хочу поздравить женскую часть своих подписчиков с праздником! С Международным женским днем вас, с 8 марта! Ну а теперь давайте расскажу вам про испытания. На острове Fortune Island вас будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. За первое место против драйватаров уровня эксперт во всех трех гонках вы получаете 3 призовых игры. На основной же карте вас будет ждать 2 сезонных выходки и целых 5 сезонных чемпионатов. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцевой гонке в поселке Амблсайд вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и призовую суперигру. За первое место против драйватаров уровня эксперт во втором весеннем чемпионате сообщества вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль Honda Prelude 94 года. За первое место против драйватаров уровня эксперт в уличной гонке у электростанции вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и шлем Кена Блока. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном кольцевом кроссе на горной ферме вы получаете призовую суперигру. И за первое место в чемпионате весенних игр вы получаете автомобиль Volkswagen GRC Beetle. С сезонными чемпионатами мы закончили, теперь я расскажу вам про новый весенний форзафон. Первое испытание называется «О, да!». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории суперседаны. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Мощь и роскошь». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику «Тройной проход» 5 раз. Техника выполняется в заезде. Чтобы ее выполнить, вам необходимо обогнать 3 соперников подряд, что легко выполняется с драйватарами уровня «Новичок». Следующее испытание называется «Доволен собой». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Удар сбоку» 12 раз. Выполняется эта техника путем комбинирования техники «Дрифт» и «Крах». Говоря простым языком, вам необходимо в дрифте что-нибудь разрушать. Последнее испытание называется «Завидуй молча». Для его выполнения вам понадобится знак «Опасно» – бассейн, который находится в правом верхнем углу карты. Ну а для выполнения испытания от вас понадобится набрать 3 звезды. С испытаниями все, теперь переходим к наградам. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из одежды в этот раз 2 легендарных фуражки за 250 очков. Автомобиль в этот раз тоже легендарный, это Хуниган Джимхана Ford Fiesta ST за 750 очков. Ну а главный приз за этот форзафон — это Maserati MC12 Forza Edition за 500 очков. А на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 14 марта. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!